История кикбастера. От добирдое королевство однажды было атаковано и сожжено злыми силами Белзеда. Король и королева были убиты, и их единственный ребенок, принцесса Сильфи, была похищена. Все стражи были убиты, кроме одного воина Макреда. Макред и его младший брат Тодлан обладали искусствами разнообразными, в общем-то, и отправились на поиски и на спасение принцессы. И для того, чтобы победить, им нужно преодолеть 8 уровней, чтобы достичь Белзеда. Всем привет, это Кикмастер. Вкратце рассказал небольшую такую вот историю вам, как это было. Ну что, поехали? А вот они, скелетоны, которые атаковали короля. Давай сделаем их. А, людишки, вы думаете, что вы победите Белзеда? Вы даже не сможете победить меня. Тодолан, подожди! А мой брат, моя сталь больше не может сражаться с этими тварями. Макрен, пожалуйста, не убирай. Спаси принцессу, ты последняя надежда для... Дед, вы поплатитесь за это, Белзед. Ты поплатишься за смерть моего брата. Так, ну что, начинаем с леса. Ведьмин лес. Ну что, хорошо. Лес видим. Поехали. Итак, что мы видим по графике? Очень симпатично это все сделано, проработанная графика. Потому что игрушка вышла все-таки в 91-м году. Да, жанр битэмап, ну и помесь платформера. Игрушка была разработана компанией Kid и была издана корпорацией Taito. Для Nintendo Entertainment System это был эксклюзив. Но в США игрушка вышла в 92-м году. Такие вот дела. В общем, как мы поняли, приключения Тонолана нас ждут. То есть мы играем за Тонолана. Это мастер боевых искусств. В общем, нужно отыскать злого колдуна Белзеда, который похитил принцессу. Но, к сожалению, наш братишка умер. Ну, ничего страшного в этом нет. Итак, что мы видим? Вообще, сам игровой процесс напоминает несколько игр, как мне кажется, да? То есть Кастельвания очень сильно похожа, даже, в принципе, герой также передвигается. Ну и Ниндзя Гайден. Такие вот дела. Вообще, вот то, что игрушка вышла в 91-м году, 92-м году, да? То есть она не особо была доступна и очень редкая игра, если честно, потому что найти ее было очень тяжело, насколько я помню, потому что играли мы в нее уже после того, как появились... Sega появилась, да. И Super Nintendo. У товарища у одного была Super Nintendo, которому я ходил периодически играть. Но он был самый такой у нас козырный, потому что у него была Super Nintendo. А у нас были только дендики. Так, у него чисто была Super Nintendo, прям как положено. Так, по ходу игры мы собираем разные ништяки, выпадающие из этих странных монстров-скелетонов, которые летают, парят в воздухе. Так, вот я слоупокнул и не сбил. В общем-то, собираем разные очки. Ну, как сказать, артефакты даже, можно сказать. Вот видите, да, внизу есть прогресс-бар наш, который показывает наш опыт. 70 из 1000. То есть для перехода на следующий уровень нам нужно набрать 1000 очков. И магия. Magic Power 35 из 100. То есть нажимаем на старт и видим, что у нас есть ячейки для того, чтобы использовать разные фишечки, которые мы будем находить по ходу игры. В лесу есть странные создания, как ведьмы, так и скелеты, естественно. То есть, как мы видели из заставки, мы отправляемся в лес. Ведьмин лес. Ну хорошо, идем дальше. Прыгает очень высоко наш товарищ, и вот наша первая сфера. Берем. Так. А вы дошли... сферу. Так, эта сфера поможет вам использовать огненный шар. Давайте попробуем. Можно выбрать. Так, выбираем ее себе в ячеечку.
И вот видите, кнопочкой Select мы можем стрелять врагов. То есть управляем сферой с помощью крестовины и стреляем кнопкой Select огненными шарами. Ну ничего. Так. Вот, собираем бутыльки, которые выпадают, и, соответственно, отсюда мы и берем нашу магическую энергию. Так, аккуратно, собираем, 56, хорошо. Какие-то странные драконы или что это такое, я не знаю. Оу, аккуратно. Жалко, я сердечко пропустил, там сердечко было. Графика, конечно, моргает, но я думаю, это не критично. Играть вполне можно, очень даже хорошо. Так, вот оно, сердечко. Ох, ес, восстанавливаем себе здоровье хотя бы наполовинку. Уже лучше. Так, собираем несколько вещей сразу. Главное успевать бить вот этих вот странных драконов или что это такое, подобие какое-то, да? Так, и главное не брать черепки, потому что могут выпадать еще черепки. И так у нас есть 300 очков опыта из 1000. Скоро мы получим уровень, надеюсь, когда-нибудь. Так, собираем все, что можем, все, что успеваем. Вообще можно успевать собирать все три выпадающих артефакта, но это не всегда получается. Так, снова вот эти странные драконки. Дракочки. Я не знаю, как еще назвать. О, вот сердечко. Есса! Потому что скоро нас будет ждать босс. Ну, вот здесь я вообще все профукал. Так, здесь, по-моему, будет босс-ведьма, да? Вообще, многие интересовались этой игрой. И как она называется, во всяком случае, в частности. А потом один товарищ, Виктор Маус, нашел ее. И я тоже не помнил название, к сожалению, но помнил эту замечательную игру. Спасибо ему, конечно. Сейчас у нас отбывает он службу в армии. Скоро должен прийти, наверное. Хотя, наверное, не скоро еще. Так, ну что, ведьма. Вообще, достаточно простой враг. То есть, легко очень победить. Собрали мы ништяки, которые с нее выпали. И поднимаем очередную сферу. Так, life up one magic. With magic will fill your life bar a little. В общем, заполняет нашу строку жизни, наш бар жизненный, да? Можно будет во время игры восстановить себе здоровье. Гениально. Caverns of Noether, сектор 2. Пещеры, из которых невозможно возвратиться. Спасибо большое, но я как-нибудь так возвращусь все-таки. Так, какие-то странные слизи здесь нас атакуют. А, мы все собираем, нам пофиг. Так, ну хорошо. Опять скелеты подвешенные какие-то. В общем, врагов здесь уйма. И экзотических мест тоже в достатке. Я тебе плюну. Вообще удобно, конечно. Здесь, по-моему, будет наездница. Наездница на волках, насколько я помню. Так, можно выбрать себе восстановить жизни. То есть нажимаем Select и восстанавливаем все свои жизни. Дальше выбираем снова. Так. Так, сейчас вот неудобно, конечно, нажимать телект и стрелять огнем в этого товарища, но все-таки я как-никак справляюсь. Угу. Так. Да, огонек у нас остается. Ну вот еще бы как-то бы успеть прыгнуть еще и запустить его. Ну, в принципе, можно, да. У меня вроде магия кончилась, нет? Три огонька максимум. Ну, пускай летают. В общем-то, все, в принципе, я собрал. Так, идем дальше. Аккуратненько, здесь нельзя натыкаться ни на что. Так, отличненько. Сбиваем мы эти чертовы летучие мышки. Воу, shoot me in my butt. Вы что творите? Азаза! Так, аккуратно. Собираем сокровища, собираем опыт. Все собираем. Все, что можно. В общем, лучше избежать этих летучих мышей. Толку от них никакого нет. Так. Падай ко мне, красавчик. Так, здесь что-то должно быть интересное, видать. Давайте попробуем. Ох, неудобно, конечно. Так. Так. И как-то вот так. Ничего не оказалось. Ага, вот ништячки скрыты есть. Это приятно. Вот об этом я говорю. Выпадают черепки, которые брать вообще не стоит жизни. Так, прекрасненько. Да ляг ты уже. Графически очень подтянутый, саундтреки просто потрясающие. Как вы слышали в заставке, да, саундтрек был. И, соответственно, уже когда началась игра,
тоже очень все это красиво звучит, очень здорово. Писали саундтреки два композитора, за что им отдельный респект и уважуха. Я вот боялся, что здесь... Я всегда падал, кстати, почему-то у меня не удавалось хорошо играть вот в этих местах, и я все время падал, что было печально для меня. Так, немножко, еще нам нужно собрать немножко, и мы получим скоро опыт. Да что ты будешь делать-то, ну? Так, 690 опыта. В принципе, неплохо. Да ё-моё. Эти летучие стервы. Так, нужно выбрать свою восполнялку здоровья. Забирает 60. То есть, когда мы нажимаем на старт, мы видим, сколько требуется магии для того, чтобы использовать все скиллы. Скиллы. Так. В общем, нужно... Воу. Полегче. Броненосцы. Похоже очень сильно на броненосцев, да? То есть Белзада слуги злые. Да ляг ты. Так. Разбиваем ногой. Мы же кикмастер. Так. В общем, выберем эту штуку. Ну, иди сюда. Броненосец, где ты есть-то? Че, нет тебя? Ну ладно, не моя беда. Ух ты, блин. Это все разбивается, здесь все практически разбивается. Оу, shoot me in my butt. Тихо. Блин, у меня нету энергии, чтобы восстановить свое здоровье, твою дивизию. Так, как бы мне это сделать? Может, смогу? Не смогу. Есть. Оу, shoot me in my butt, блин. Как это так получилось? У меня трэшево слишком. Да ляг ты уже. Чего вас так много, а? Вдвоем пришли, значит, здесь, да? Герои, блин, без галстука. Много жизни очень отнимают вот эти вот броненосцы. Это плохо. Так, аккуратненько. Не получилось, да? Блин, здесь не получилось по диагонали сделать. Да что ж такое-то, ну печаль. Фу, в общем, надо идти сюда первым делом. Так, снова броненосцы. Так, вот здесь уже очень опасно. Продвигаться нужно именно вот по вот этим вот сгусткам. Самый верный путь. Так, нет, не получилось. Ништяков нет, секреток нет. Плохо. Ну ничего, сейчас, я думаю, пройдем. Как-нибудь мы по этим пещерам проберемся. Жизни бы восстановить, это было бы вообще неплохо. Очень даже лягушки, вот. Пожалуйста. Блин. Ну ладно. Смотрите, что вытворяют, а. И жизни нету. И ничего. Нету жизни. Печаль. Еще бы опыт подкопить до уровня хотя бы до одного, твою дивизию, а? Броненос. Блин, здесь не получилось. Да что ж такое-то? Ну уж немножко. Ну жизни хотя бы, ну чуть-чуть. Блин. Печаль. Блин, да что ж такое-то? Ну не фартит мне и все. Фу, все-таки сложновато вот становится играть в некоторых местах. Очень много врагов. На, поехали. Главное, хоть есть система чекпоинтов. Тоже очень приятно сделано. Во всяком случае, получше, чем нежели в других играх. В некоторых играх вообще сначала все приходится начинать. Ну, кикмастер, давай, что ж ты слабанул-то так? Shoot me in my butt, а? Что ж вас так много-то? В общем, нужно бежать в хламину. Не надо останавливаться. Они за мной все катиться будут, но сейчас уже будет босс. Так, подожди, курица. Вот она, наездница, волчица. Сволочь. Да, все правильно, я помню еще. Наездница на волках, блин. Так, как ее побеждать, я уже не помню. Это печально. Это очень печально. Блин. Ский. Так, как же. Слушайте, я не помню. По-моему, волков надо дубасить. Угу.
вроде как. А может и нет, блин, ну у меня жизни кончились, ё-моё. Фух, еще разок. Вообще можно попробовать, конечно, взять огненные шары, чем мы, наверное, сейчас и займемся. Да ну вас в баню, а. Идите куда подальше. Да что ж такое-то, а? Так, о, да. И энергии у меня нет никакой, и ничего у меня нет, в общем. Если не получится, то не получится, ладно уж. Не критично. Так, ну где же твои волки-то? Сейчас тебе под пердальник твой понадаю, блин. Ну, сволота. Ну, сволота. Мелочь пузатая, уйди. Должно получиться, должно. Да все, вообще не получается, да что ж такое-то, ну. В общем, на этом я смотр игрушки закончу. Всем спасибо, скачивайте, ссылка будет обязательно в описании. Всем пока-пока. Кикмастер. Все, пока.